Доброе утро. Мы с сыном пошли в школу, и мне нужно сегодня отдать нашу книжку, вот такую вот, по русскому языку, потому что он ее прошел, и нам оставят новую, а эту нам надо сдать у секретаря. Я хочу вам показать то, что мне очень нравится в Швеции, что меня очень сильно вдохновляет здесь жить, и что придается бороться с какими-то иммигрантскими трудностями. Это природа за мной. Сейчас мы выйдем к озеру, и там сделан такой мостик, и ты ходишь между над водой и между травой. А здесь это небольшая заводь от озера. И если я правильно поняла, когда мы здесь были при заморозках, и можно было сходить вот туда, то мы нашли там дом бобров. Вот здесь мы перешли, но сейчас я боюсь сюда идти, потому что довольно тепло, и земля, она не замерзшая. Я думаю, что я где-нибудь провалюсь. И вот туда, у них тут очень много всяких мест, где им будет круто жить. И одно место прям очень сильно было похоже на дом. Это место у нас буквально в 10 минутах от дома, если даже не меньше. И мне нравится, что я могу выйти и пойти всегда насладиться какими-то ароматами, видами. Мне этого очень не хватало в Питере. Вот этот мостик. И он довольно долгий, длинный. И в этом ручье точно живут бобры, то есть мы видели, как они сгрызли кучу деревьев, причем очень старых, и настолько жалко их. Они дальше туда, вниз по ручью, они сгрызаны у них. И они это делают каждый год, то есть это уже у них отличное такое место жительства. Им тут хорошо и комфортно. Вообще, вот там видно траву только, но на самом деле это просто старая часть озера, которая, видимо, обмелела, и здесь стала расти вот эта вот трава. А на самом деле тут как бы вот должно быть озеро. То есть тут вот вода, ее можно увидеть, но ее не очень много. А здесь можно посидеть. У нас как-то было тепло недавно. Мы с мужем пошли гулять и просто кайфовали здесь на солнышке. Кто-то перчатки забыл. Что мне нравится, что если кто-то что-то забывает, как правило, это тебя дождется. Если это не туристическое какое-то место, у нас ребенок терял, и мы всегда находили какие-то вещи, которые он потерял. Главное сходить и поискать по предполагаемому маршруту. То есть вот, это раньше все было озером. Озеро сохранилось, оно, может быть, видно, что вот там вдалеке оно начинается. И оно достаточно большое. Там есть пляжики, можно купаться. А у них свой собственный прямо прудик такой. У домика. И водочка. Даже не одна. О, мы дошли до озера, я вам сейчас покажу его. Вот. Отсюда начинается уже непосредственно озеро, и здесь есть и лебеди, прилетают сюда. Здесь у кого-то лодки хранятся. И у кого-то классный вид на озеро.
такая у нас есть замечательная локация. Я надеюсь, вам было интересно, понравилось. Я покажу еще другие места, которые у нас есть, которые нам нравятся. Вот, но уже в других видео. Сейчас я побежала домой, буду готовить, кушать, прибираться. Поэтому подписывайтесь, присоединяйтесь и до новых встреч. Всем пока!